有香气，都怎么样？忘记了，都是忘了。Робот швея, он вышивает. Вот это, да. Вышивает он Пушкина. Смотри, смотри, смотри. Иди сюда. Ну, пешка, вперед! Что-то не видно, чтобы они ходили. Что? Засохшая какашка. Робот делает какашку. Думаю, тут все очевидно. А второе, это страна производитель. Там был Китай, здесь Южная Корея. Но самое главное, это что надо делать? После того, как заказ прибыл, и он автоматически едет. Что это такое? Это чемодан, который сам может ездить. Вот ты взял и испортил внутри. Поэтому давай я покажу на тебе, как он работает. Иди сюда. Стоишь вот здесь. Я нажимаю кнопку, и проходит некоторое время, прежде чем он тебя познает как хозяина. Теперь, куда бы ты ни пошел, он будет следовать за тобой. Можешь идти и показать, как он работает. Да. Можете пробовать, я объясню, как это работает. Мороз придет, всем подарки принесет. Да. Всем поэтически. Let's move. It's going to pop. You can stop me, but... Супер, конечно. Ёлка, нас на праздник подарит. Все желание исполнено. Все мечты осуществить. Вот моя ладонь. А можно в лицо? Не надо лицо. О, Гришкина ладошка. Вот карасик, да. Как она называется?
Вот и нет. Скажи, что-нибудь. Снег идет. Под белой ватой скрылись улицы, дома. Рады снегу все ребята. Снова к нам пришла зима. Пока, робот, спаси. Давай играть.